сегодня в зале, концертном зале туристско-оздоровительного комплекса «Судак» собралось около 600 человек афганцев, воинов-интернационалистов, которые воевали в различных точках земного шара, ветераны Великой Отечественной войны, чернобыльцы, ветераны труда, все те, которые крымчане, которые отдыхают в туристско-оздоровительном комплексе суда. И для них сегодняшняя встреча тоже с воинами-афганцами, которые дают небольшой концерт, дают такую развлекательную программу. Геннадий, скажите, пожалуйста, а вот здесь висят плакаты с изображением будущего памятника, то есть у нас в городе возможен новый памятник воинам-афганцам, да, воевавшим в горячих точках? Да, только памятник не воинам-афганцам, мы хотим поставить мемориал всем участникам всех локальных войн, потому что во время Советского Союза наши ребята воевали, участвовали в 22 локальных конфликтах, и мы выступили инициаторами по строительству этого мемориала, чтобы была память об этом всем сохранена нашим потомкам. Спасибо вам большое. Спасибо.